Сегодня в храме Рождества Христова в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы прошла божественная литургия, в которой приняли участие воспитанники Русской Православной Школы. Хор учащихся под руководством педагога по музыке Левченко Александры Александровны исполнил лектинии и антифоны. Руководить таким количеством детей не каждому педагогу под силу, тем более, что церковное пение – это особый вид творчества, особая молитва. Церковнослужители, прихожане, все, кто находится в храме, должны объединиться в единой молитве. Репетиции хора шли несколько недель. Ребята постарше имеют навык пения в церковном хоре во время божественной литургии, а вот первоклассникам это предстояло впервые. Многие учились не только брать правильные ноты, но и понимать суть происходящего во время богослужения. Что как только диакон говорит, миром Господу помолимся, а вы уже набираете, вот, помолимся, а вы уже набрали, чтобы потом сразу, Господи помилуй, стройненько. Давайте пробуем. Церковное пение – это живое общение в молитве, это живая служба, и все идеально быть не может. Детки сегодня пели на литургии, на таком большом празднике Благовещения, и они искренне от всего своего детского сердца молились, возносили свои молитвы Господу за всех нас, за своих родителей, за учителей. Они очень сильно старались, у них не все немножко еще получается, но они будут еще больше стараться, мы будем еще больше репетировать, и будет замечательный у нас детский хор на литургиях. Как отметили взрослые прихожане нашего храма, детское пение на литургии позволяет в большей мере ощутить радость богослужения. Я вообще первый раз увидела, что дети поют, что вообще есть детский хор, что дети участвуют не просто в причастии, как это обычно видно в храмах, приходят детки, их приводят родители ко причастию обычно. А здесь дети осознанно, осмысленно молятся. Меня это, знаете, не только вот восхитило, я бы сказала, что у меня слезы внутри от того, что это так, ну это так трогательно. По завершению богослужения настоятель храма протоиерей Александр Игнатов вместе с собравшимися детьми выпустили в небо белого голубя, символа мира и духовной радости. Но всему этому предшествовала подготовка. Участники нашей рождественской общины украсили иконы цветами, а наши помощники помогли убрать храм. Мы прихожане нашего храма. Мы очень любим наш храм всей душой. Мы уже очень давно украшаем. И наш небольшой коллектив уже очень сплоченный, дружный. И мы рады видеть и вас на благоукрашение нашего храма. Особо хочу поздравить наших школьников. Поздравляю родителей, которые были сегодня свидетелями, участниками, как их дети славили Господа, Богородицу. Но особенно, наверное, все запомнили, как они старались петь сегодня «Господи, помилуй». Они ведь не только за себя молились, они молились за своих родителей, за своих бабушек и дедушек. Поэтому славьте Господа, ребята, и не переставайте. Пусть вот эта молитва радости ко Господу сопровождает вас не только на уроках, перед уроками, но когда вы идете домой, когда рано встаете, перед трудной минутой жизни или минуту радости, всегда благодарите Господа, за все благодарите, непрестанно молитесь. А вот тогда, как говорит апостол, будете всегда радоваться.